Для того, чтобы снять такую массивную дверь, нам понадобится очень мало инструмента. А именно, возьмем универсальный нож с обычной отверткой, плоской. И вскроем вот здесь. Хоп. Снимаем стопор. Проделываем то же самое наверху. Снимаем стопор сверху, кладем его в сторону. Вот эти элементы ложим в такое место, чтобы не потерять их потом. Вот единственный инструмент, который нам нужен был.